Как проректор по учебной работе, обратитесь к выпускникам, как на равных теперь уже. Спасибо. Дорогие выпускники, дорогие преподаватели, гости, сегодня очень важный день в жизни всех нас, потому что одни успешно закончили образовательные программы и получают сегодня дипломы о высшем образовании, дипломы военпеха. Другие радуются за своих родных, ну а преподаватели всегда рады, что им удалось в конце концов выпустить, несмотря на тяжелый путь, очередной выпуск. Для нас это тоже очень большой праздник. Что хотелось сегодня еще отметить? Обычно в феврале всегда мы производим выпуски специалистов, специалитета, это касается очников, которые прошли классический курс обучения, хорошо зарекомендовавший себя как в советское время, так и в наши годы, несмотря на то, что сейчас многообразие образовательных форм. Эта категория специалитета моноспециалист, она наиболее востребована работодателями. Хотелось бы пожелать всем активной жизненной позиции, продолжать учиться. Русская пословица говорит: век живи, век учись, и с достоинством нести звание военмеховца. Соблюдайте традиции, когда мы, Великое Братство, и военмеховец военмеховцу всегда оказывает всяческую поддержку и помощь. Это традиционно следует отметить. Желаю вам успехов, здоровья, личного счастья и высоко нести знамя военмеховца в добрый путь. Спасибо.